Доброго всем времени суток. С вами Тексер. Дуалочка. Частный север. Сервер-верс. Или как-то в этом духе. Может, у меня это неправильно с транскрипцией. Продолжаем развлекаться. Так, delete. Воздух нам не нужен. Я сделал контейнер S-очку. Контейнер S-очку мы поставим вот тут вот наверху. И в нем когда-нибудь заведутся... А у меня уже было. Заведутся... Нет, ну не тараканы, конечно. А слитки. Вот. Шмяк. Так, машина закончила. Вот у меня станок есть. Я не знаю, чего S-агрегату этому такое зарядить. Так, сейчас попытаемся этот станок поставить. Так. Ну, МК надо существенно побольше. Вот они вон 180, чтобы более-менее одинаково стояло. Да, блин. Да, я... Что-то я порядком поотвык. И нажимаю Escape. Я в дуалке давно не строил. Я в дуалке, блин, летал. Тик, откуда ты брать-то будешь? Ну, пока откуда это, наверное. Или лучше отсюда. Отлично. Да, здорово, придется на взлетку ставить уже. Так. Берет он из того свисающего, кладет вот в этот. Все, норм. Ну давайте изучим вопрос, что тут можно скрафтить. Чего бы я хотел? Я бы хотел, конечно, сначала с плавильнем разобраться. Вообще, я видал в кармане крафтить. Чё по контейнерам? Ну, смолу можно. А чего, эльку в Excel, что ли, крафтит? Ой, подзабыл я со своим автоматическим заводом, все забыл, кедрини фини. Так, базовый рефайнер. Так, сразу нажму, старт, ничего нет, я согласен, ничего нет, да. 36 труб, 20 Power System и Химера. А, ничего нет, понятно. 36 труб, 25 пару систем. Ну, рамка, давай с рамки начнем. Рамка М. Пыщ. Химический контейнер. Функциональный, по-моему. М. Да. Ага, винты ушли. Пыщ. 36 винтов. Сразу прям. Ну, мы сделаем 40. Пыщ. И Power System. А, это в комплексах, видимо. Да, вот они. 25, да? Вот так. Да, посмотрим, что у нас есть.
Ага, 20 хреновин. 20 хреновин у меня есть, но этого мало. Ну, 104 коннектора и 156 алоэ. А он из алоэ делается. Так, на это надо 100. Еще 150, 256 надо. Мы сделаем... А, на 2 не хватает, 300, не хватает. Железо надо. Железо у нас есть. Вот так. Ну, думаю, да. 21 минута. Нормально. И у нас появится первая плавильня. Так. Ладно, пока не буду эту штуку убирать, но все равно придется. И ставить на взлетку все. У меня традиционно здесь завод на взлетке работает. Что несчастье, сверлите. Блин. Никакой разницы. Это не калиброванное, это калиброванное. Копает. 31, 37. На кварц. Ну ладно, месторождения разные. И с разным скиллом калибровал. Это тоже может быть. А гематит-то не вагон. Калибрану, что ли, всех? Дать калибрану, пусть разгонится. Ну и поднакопаю еще. Мне же строить и строить. Да, у меня мало места. Не тут. Ну, тут какие-то фиговые месторождения. С ними неудобно. Калиброванный. Хематит. Вообще 35%. Калибрануть его не по-детски. С новыми скиллами, я думаю, сейчас апну его только в путь. 85, ну уже лучше. Все равно не максимум, но тем не менее. Погодите, тут 100%, можно не калибровать, все. Не, ну чисто так угля нахапать. Ну просто выброс. Это ж халява. Ну вообще как чуть-чуть у меня наладится с производством, я поставлю тут нормальные буровые большие. Нафиг эти портативные. Вы смотрите, как я попадаю четко прям. В месторождение. Прям вот. Чутье. Так.
Сюда коннектись. И погнали. Калибров, конечно, задал будет. Но таков геймплей. Значит, что у меня тут в планах? Я пока, так сказать, вяло ковыряюсь. Но мне кажется, ничего у нас с своим сервером не сладится. Вряд ли у нас найдется у кого-то комп достаточной мощности, чтобы это все потянуть. Так что, скорее всего, мы сейчас ползем сюда. А прилетит Люкс, а я его уже встречу. Ну, как минимум с производством. Как максимум с кораблем. Собственно, что мне нужно? Мне нужен корабль, который сможет отсюда долететь до моего любимого Тадоса. Нет места. Ну, хорошо. Верю. Чего у нас мало осталось? Силикона мало. Дай пофиг. Так, вот это заберем. Пусть пока все валяется. Когда будет возможность переработки, я переработаю. Ну вот, что мне нужно? А мне нужен корабль, скорее всего, S размера хотя бы. Так, контейнер M сделал, я молодец. Битком, блин. А, ну да, я же сюда бахнул, я понял. Иди сюда. Не оттуда. Ну как можно сюда? Я могу туда переложить все? Могу. Как бы вот не переполнилось. Ну так. Вот я сейчас бахну вот этих. Их будет много. Так, с чего я сбился? А, ну да. Рычит все это. Корабль S размера мне нужен. Который повезет контейнеры с частью станков отсюда. Ну, не со всеми, но хотя бы с частью. Который довезет все это до Тадоса. Также нужно как-то на него вкорячить сканер. Геосканер, чтобы там найти место более-менее приятное с... Ну, Тадос, он медью богат. Это вторая руда, там медь. Ну, там еще другие руды есть. Но как бы массово мне нужна медь. Хром там еще, да. Медь, хром. А давайте посмотрим. К слову о птичках, я вам это не показывал, но тут планет больше, чем в, так сказать, в базовой игре. Симеон и он пара. Возле Яга есть Фили. Вот не помню что Лакобуса. Реально не помню, если он на оригинале. По-моему, нет Лакобуса. А зато смотрите, возле Синина нет... А, Сикари есть, все. Я уж хотел возмутиться. Вот пара Симеона, и он точно нет. Лакобуса, по-моему, тоже нет. Он был. В бетке все вот это было. Почему такое различие, я не знаю. Почему тут больше планет? Хрен его знает. Вот такая фигня. А я не посмотрел, то зачем полез туда. Так. Тадос. А можно полезный скап? А, вот написано. Да, малахит, гарнирит. Два. Две. Вот такая вот фигня. Хочу на Тадос.
Нравится мне там. Ну ладно, доставлю на паузу, ждем, пока скрафтится. Ну что ж, скрафтился, кстати, в чате он. Ты принес пиво? Да. И самогон. Скрафтилось. Пошли. Так, к чему я ее подключил? Мне кажется, тут к этому. Я не уверен, но мне так кажется. Так, чуть-чуть не хватает. Труб не хватает. Да блин, я что, труб не сделал? Да быть не может. А похоже, что и не сделал. Ну блин. Ну елки. Ну что за фигня? Ладно. Хрена чем трубу смотрят. Блин, сколько там надо было? 36. Как умудрился? Так, трубы это вот. Не, погоди, трубы. 36 труб. Они по 20. То есть 2. Бум. 2 минуты. Но 2 минуты это ни о чем. Ну, я все равно поузнул, да. Но 2 минуты это ни о чем. Бахнул дальше на всякий случай. Ну, еще на одну плавильню. Ну, как вообще бы и нет. Так, трубы туда. Залязгло, я слышу. Так, пошло. А, полчаса будет делаться. Рефайнинг. Отлично. Отлично. Потом еще запущу. Это будет первая плавильня. И отсюда уже пойдет. Начну, наверное, уголь и железо первым. Фигану его тут больше всего. Это как будто я уже починил. Починил. Сделал. Так, тут вообще ни о чем. Идите туда. Фикс туда идите. Немножко лишнее остается. Но оно мне пригодится. Так, это все нужное. Ну вот это не очень нужное, но пусть лежит. Ладно, ждем еще. Полчаса, да? Ага. Ночь прошла плодотворно. Я вчера еще после записи успел поставить вторую плавильню. Что у нас тут? 80%, ну, в принципе, не стоит, наверное. Калибровать. Жоп с ним. Сильно много не выжму. Пусть хреначит. Так, что у нас тут? Тут у нас еще две рефайнилки. И это прекрасно. Вот большой вопрос, что у меня... Понял, что у меня. Скорее всего, у меня не хватило. Стали не хватило, понял. А, давайте стали жахнем. Обидно, я на ночь поставил. А, ну вот. Так, железо 700. А, ну так сталь-то можно и жахнуть. Так, давайте еще. Допустим, 500. И железки еще 500. Ну фигли, смелтера нету. Без смелтера оно... не плавится без моего участия. Так, я сделал по 500. Вот так столько стали жахнем. И вот сюда переместим. Отлично. Так. Эти я взял, похреначили. Я в стопку поставлю. Блин,
поворачиваюсь, и стрелки меняют направление. То есть, ну как, теперь от себя надо двигать. Есть такой нюанс тут. Зависит от того, как смотришь. То есть двигаешь вправо, 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 и в какой-то момент, опа, он слишком далеко, он говорит, нет, теперь не вправо, теперь на себя. Не страшно, но тем не менее. Так, ну давайте сразу поставлю. То есть видел, сейчас я от себя как бы двигаю, да? А сейчас вправо. Значит, сейчас он чуть проедет, и вправо станет не вправо. Я не успел доехать до такого момента, ну и пофиг. Блин, кашель задрал уже. Ковид, типа, ну, навсегда теперь с нами. Куда ты, падла, не денешься. Он с собой грипп заменил. Периодически пристает. С ним все время долго кашляет. Вот так. Так. Выхлоп у нас будет, естественно. Вот сюда. А вхлоп будет отсюда. Отлично. Так. Тут у нас, если не ошибаюсь, уголь. Железо. Железо. И тут стало быть. Уголь, железо. Люминь. Пошел. И силикон. Я с большим удовольствием трансфер-юнит поставил, чтобы он газы отделял. Потому что газы нужны для производства топлива. Ну, не конские количество топлива тут нужны, так что пока переживем. Газы я пока буду выкидывать. Все. Теперь все ресурсы у меня плавятся. Исключение... Где-то собака. Исключение лаймстоун и малахит, ну это руками, это штучный вообще ресурс. То есть это я собираю руками вот на этих вот россыпях. В земле здесь их нет месторождений. На Хевине вообще нет редких ресурсов, тут только первый тир базовый. Так. Ну чего, эта штука у нас пока стоит. Что я, собственно, хотел? Я хотел сделать два смелтера. Это как раз то, что делает сплавы. Но больше двух мне не нужно. Ну, как бы хорошо бы. Потому что нужно проводящий сплав, сплав алюминий, феррум. Сталь нужна. Силумин нужен. Ну, еще пластик. Но он делается не в смелтере. Просто дело в том, что я же не могу их на постоянку поставить. Я могу поставить, чтобы они количество поддерживали, да. Можешь правда поставить? Три сделать. Хо-хо-хо. Ну давай, в принципе, чё нет-то? Три. Ну, дюраль не нужен, это уже второй тир. Ладно, давай три смелтера. Не хватает, да. Так, давайте еще на один смелтер нахреначим тогда. Или потом. Потом. Или сейчас. Время-то есть. Так, короче, еще одну рамку, химическую фигню, 25 бернеров и 36 труб. Просто у меня уже подсчеты тут, у меня уже ум за разум от этого всего. Сколько чего. Так, бернеры по 2 делаются, да? Да. А рамка уже сделалась. Ага, хорошо. Так, Basic M. Нужна 74 стали. Ну, я сейчас 750 сделаю, так что можно смело заряжать. Пум. Химичка. Это химичка-функционалка. Химичка М. Ой-ой-ой. Силумин. Это тоже силу... Нет, сталь. Сколько там? 25. Хм. Ну давай 40.
Ну, я надеюсь, хватит. Давай сейчас силу мин еще бахну. Бахнул один такой, да? Ну, вообще, алюминий, силикон есть. Можно и бахнуть. Но на это все может не облизываться, оно сейчас все уйдет. Так, силумин. Ага, я по 300 положил. По 300. Ну, давайте будем считать, что мне не хватит, поэтому давайте вот так. 150 силуминий, и вот сюда ее поместим. Так, бернеры. Бернеры — это функционалка, по-моему. Нет, не функционал. Комплексы? Да, комплексы. Ёшкин кот. Сто четыре болта еще. Силумина до хрена. Ну, болты стальные. Тут 4 болта. И до хрена сил лумина. Бёрнеры пошли. Так, что там? А, трубы, по-моему, да, первые были. Трубы. А зачем я сделал 26 их, если мне нужно их... А, ну 26, да. Нормально. 26. Погодите. 26. Обсчитавшись. А ты справишься? Блин, тебе хватит. Короче, силу мин надо еще. Короче, еще 26. И 36 труб. А труб там достаточно? В принципе, труб достаточно. Забьется и нафиг, надо туда еще подключать. Маловат ящичек. Тем не менее, 36 на 3 маловат труб. Давайте еще труб сделаем. Трубы — это интермедиари. Двадцатку. Ну, давайте не жадничаем. Хотя 36, там 16. Ну, давай еще. Ну, на час насобирал всякой стране. Так, вот еще силикон и еще алюминий. Что-то из этого, конечно, останется. Давайте еще силумина жахну. То есть я еще 300 положил. Давайте еще две силумины вот таких сделаем. Куда-нибудь вот сюда. Не, лучше вот сюда. Да. Что ж ты мне под руку попалась, а? Давай сюда бернеры все зафигачим. Что в конце, когда все эти силумины получатся. Я боюсь, забьется сейчас, газом забьется просто и все. Так, три смелтера. Чего еще мне из глобального надо? Контейнеры. Но эски как-то не очень. Поэтому потом давайте я жахну... Ассемблер Эльку. Ассемблер Эльку. Вот, Basic Assembly Эль. Но не безумие. Стоп, а вот это на чем? Ой-ё, я это в кармане уже не могу. И вот это в кармане не могу. Так, это металлворки у нас делают.
Ну, в следующем, значит, будет металлворк. Может быть, даже парочка. Да, так, да. Так, что у меня по скиллам? На 37 часов сейчас нафигачено, наверное. Ну что ж, тогда ждем еще. Так, я еще на серию не собирал. На серию еще, наверное, еще не насобирал. Наверное, еще кусочек будет, и тогда серия будет. Ну что, видим прекрасную картину. Все ресурсы кончились. Видим не менее прекрасную картину. Все забито нахрен. Туда. Туда. Я так думаю, у меня что-то тормознулось. Да, у меня что-то тормознулось. 450 литров. Требует железа. Аж 600 где-то. Угу. Печалька. Ну что поделать. Ну, возможно, где-то еще пролечу. Давайте посмотрим по ресурсу, что мне еще. Алюминия. Ага. 180. Блин, а на какой черт мне 180 алюминия идет сюда? Не знаю, 400. Хотя тут тоже не хреново. Так. Давай тут тоже, не знаю, 300. Силумин. А я говорю силумин. Сколько? 150 силумина. Хватает. Еще силумин. Ну, короче, тут намного хватит. Силумин. Того 400. Ну, хватит, короче. Не, ну будем верить, что на все хватит. Да. Лоханулся, видите, все встало. Раком. Так, ладно. Этот бедолага у нас скучает. Бёрнеры ему нужны. Что у нас по бёрнерам? А бёрнеры делаются из шурупов. Ну да, тут не обойдешь. Ну хоть так. Тормознулся немножко. Ладно, чего? Ждем еще. А, наконец-то. Не прошло и дня. И я сподобился скрафтить все, что скрафтил. Так. Эти стоят. Ну, они когда-то успевают там работать. Ага, тут два смелтера, отлично. Тебе третий надо. Ёшкин кот, а? Я бесконечно этой фигней буду заниматься. Оп, сожрало, видели? Выделит. Маленький объем, маленький. Так, ну что, сейчас возьму смелтер и поставим. А еще у меня есть два контейнера. Мы тоже поставим. Так, погнали. Смелтеры обахнут сюда. Контейнер я обахну тоже куда-нибудь. Не-не, смелтер сначала. Что он так как-то странно все ведет? А, понятно.
А куда деваться? А кому сейчас легко? Так. Далее. Они будут брать ресурс из вот оттуда. Пожалуйста. И класть его вот сюда. То есть мне пока контейнер еще один не нужен, но можно вот к этому еще один подключить, конечно же. Конечно же. А, хаб нужен, без хаба хрен там плавал. Ну ладно. Так. Пусть один контейнер просто так стоит. Он мне пригодится. Итак, берем отсюда. Сюда. Сюда. Отсюда. Сюда. 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 Третий еще так будет. Который он там делает столько. Так, шикарно. Ты у нас делаешь. Вот это вот. Допустим, ты будешь поддерживать 300. Да, по 150 делает, будет поддерживать 300. Но у меня нету тир 1 продукт металл. Хорошо. А ты у нас будешь делать... А лайт у нас силами. А ты у нас будешь делать сталь. Силовин, что делается? Ну, тут что сталь, что силовин одномалина. Так. Тоже по 300. Ну, а силовин, стало быть, у нас будет делать следующий. Ок. Шематики. Тир 1 продукт. 24 минуты. 55 штук. Давайте вот так сделаем. А чтобы как бы и нет. Так. Тир 1 L. Мне немножко денег может хватить, мне кажется. Баблище. 33 тысячи, живем. Каждые сутки выплачивают, так что нормально. Так, сюда, пожалуй, талант переназначим. Ну, тут в основном крафт, а не таланты, но таланты тоже идут. Если что, чистка руды, хреначит. Ого-го. Ну, еще на сутки у меня тут талант. 24 минуты. Ну, ладно, не страшно. В принципе, они сейчас не производят, хрен с ним. Так. Что я сюда сложил? Или что? Нет, сюда, туда. Ну так по мелочи, видите, остатки. Лежат. А алюминия мало, да. Алюминия мало. Не знаю почему. У меня мало поступает. Это плохо. Давайте отсюда выложу тогда. Мне в данный момент оно не нать. Вот это пусть пока лежит. Так, мне металл надо. Metalwork, вот, да. Как минимум парочку. Так. Да, два манипулятора. Две рамки. 50 Power System. И 36. Тихо. Труп. Труп же. Блин, смотрел, да? Ну да, 36 труп. Так.
Да, я знаю, что я на то посмотрел, но они делаются одинаково. Две. Пыщ. На лапки теперь. Лапки это функциональные? Лапка-то кто? Бейсик мобили панель. Просто завод на манипулятор зовется. Так. Хьюстон, у нас проблемы. Мне надо две. Это полста шурупов. И это гора Силумина. Так. Блин, почему она снизу? Так, Силумин. Два к одному. Два алюминия, одна силикона. То есть 400 и 200 давайте возьмем. Литров. Пум. Да пум, я сказал. Этих надо 100. Хватает. Но стали после этого нету. Силумина типа 100 после этого останется. Самое сложное. Испортили уже. Так, пауэр элементы будут, по-моему. Basic power. 25-36. Basic Power. Не оно. Комплекс, наверное, да. Полста. Полста. Так, нужно... 150, почему не хватит? Алюминиферум. Два к одному железа. Два к одному. Это на 150, по-моему, получается, да? До 150-300. Так. Этих 300. Коннекторов 200. Нужно еще 200 литров. Ну давай. Ну, 150 может. Угу, 150. Размечтался. Просто размечтался. Да есть алюминий. Ой, ты ж, блин. Давай вот так. Что у нас? 128 бокситов. А тебе сколько надо? Все ж по-разному берут. 520. Ну что, не собираем бокситов?
Да, у меня теперь такая скорость прокачана. Вам нравится? Я уже не тот нуб, который высадился. Это сборка спайерности в топе. Что просто вот так выстрел, бум, и он улетел. Ну, помните, как я попал, да? Так вот, больше я так не копаю. Заберите, пожалуйста. Это через сколько приходить-то? Через 3 минуты нормально. Ладно, продолжим наши раскопки. Этих 50. И 72 трубы. Типа 80. Блин, еще 80 литров силумина, издеваются. Короче, силуминцу надо вкорячить. Но 8 труб ни о чем. Сейчас наплавят алюминия. И я еще 300 этой дряни сделаю. Стоп, погоди, 300. А мне разную дрянь-то надо. Мне для коннекторов надо вот это, а для труб надо силумин. А насколько мне приличное количество надо? Одно еще хватит, 300. Ох-хо-хо. 300 и есть. А этих 200. 200 на него и надо. 300 и 200, 146. Короче, еще как минимум одну катушку надо. А силамин на 80 труб. Короче, одну катушку и лист силумина. Давай быстрее. Ну, в принципе, вот сталилитеечка-то вся готова. Может быть, потом бахну химическую башню еще. Так, ну, без чертежей они, конечно, не пашут, но... Который будет пластик варить, но пластик мне пока не надо. Ну быстрее ты, ёлки. Так, алюминия прям 400 себе хапну. И одну катушку, один силумин надо сделать. Ну, за ночь оно нахреначит, да. Ну, конечно, она не силумин, не катушка нахреначит, да. Но тем не менее. Пыщ. Все, отлично. Удалить нахрен. Так. 400. Сто. Нет, не карбон. 100. Силумин. Дальше нахрен. Ага, да. Катушка. Ну, тоже не тут. Все, теперь вроде правильно. Ну и тут. Через 11 минут будет чертежи, но мне, в принципе, не горит.
Ну вот как-то так. Работа идет. Заводы гудят. Да, пока подготовительный этап, он самый-самый медленный. Потому что все в кармане крафтится. А это не есть хорошо. Крафтить надо на улице, вон там. Но в качестве подготовительного станка мне еще с моим нанокрафтером работать и работать. Потому что, допустим, я элечные элементы буду делать в металлкрафте в этом. А мелочевку, типа там шуруп и прочее, ну в кармане будут куда деваться. У меня здесь еще добыча не очень идет. Вот эти вот идиотские буровые надо поменять на полноразмерные. Чтобы они весь, так сказать. Весь ресурс добывали, который тут есть. Да, и пока никуда не летаю. Небо зовет. Если кто не знает, это реальные планеты, до них можно долететь. Я вообще планета до хрена. Небо зовет, но до него далеко. Мне не на чем. Это наземная страна. Я, в принципе, могу поставить на нее крылья. Тут внизу валяются крылья. Могу вкорячить на нее космодвижки. Космодвижки, по-моему, не валяются. По-моему, только атмосферники у меня тут внизу валяются. Ну, в качестве, кстати, декорации они там лежат. Ну, я могу скрафтить. И да, я на ней могу выйти в космос, когда ее если ее переделать. То есть к ней надо добавить крылья. Надо давать космодвижки и бак с космическим топливом. Я могу улететь на те планеты. Только зачем? Там ровно так же начинается с нуля. Но там уже столбить надо территорию. За территорию чем-то надо платить. Я надеюсь, тут плата сниженная. И не факт. Может и не сниженная. Тогда будет жопа, потому что тут в день сотку платят, да? Ну, выдают 100 кредитов. 100 тысяч кредитов. А на офсервере выдают 500. 500 это неделя, один клайм. То есть, в принципе, 7 клаймов ты можешь поддерживать просто вот на эти карманные деньги. Это немного. Ну что, вот тут с ценами я не знаю. Наверное, цены все-таки ниже, раз такую смешную сумму выдают. А может нет. Может такой у них элемент хардкора. То есть скиллы халявные, а вот бабки хрен тебе. Ну ладно. В любом случае строить производство, строить космический корабль, который унесет минималку. Ну сканер, блин, сканер здоровый. Сканер, клайм юнит. Ну даже не знаю. В принципе, если не заморачиваться. Ну, вот, допустим, я хочу на Тадос. На Тадос там гигантский этот каньон. Я хочу на краю каньона поставить свое логово. И хорошо бы в этом логове, чтобы было много ресурсов. Желательно, чтобы с медью. Но шанс невелик, крайне невелик. Так можешь тогда не париться. Можешь тогда просто поставить на краю каньона, ну как мы в прошлый раз делали на официальном сервере. Я просто прилетел на край каньона, выбрал место, где вот нравится красиво, и поставил там завод. Вот что там будет из ресурсов, то будет. Без исследований. Естественно, меди там не было, естественно, хрома там не было. Но там были 4 базовых ресурса. Нет, не 4, по-моему. Ну, короче, самый основной там был уголь. Остального по чуть-чуть. Ну, и хрен бы с ним. А буровые мы потом ставили, сканили. Вот, может быть, стоит так сделать. Черт его знает. Надо подумать. Просто тогда можно лететь на меньшем корабле. В кармане должен быть только клайм юнит, он не такой большой. Это можно XS корабль сделать, ну, вот, чуть побольше вот этого. И с клайм юнита в кармане отправить. Потому что остальное я могу на коленке построить, это вообще не проблема. Здесь же я с нуля построил все. Ну да, здание у меня было, но как бы вот эти S-буры делаются на коленке. Кстати, вот там корабль можно разобрать, у него космический движок есть.
А вот корабль мне не нужен, он у меня только отнимает слот лишний. Шесть минут. На самом деле можно подождать и закинуть чертежи в смелтеры. И пусть работают. По 300. По 300 немного. Опять побольше поставлю. Ай, разогнался. Стоп. По 450. Тройная, так сказать, порция. Не знаю, хватит или не хватит. Потому что не так много ресурсов идет. Да, можно калибрануть. Например, алюминий. Этого не хватает. Я сейчас соберу алюминий. Как я уже говорил, хороший способ, когда не хватает, вот калибровку прогоняешь и собираешь выброс. А редкоземельные руды только так собирают. Потому что там буры выдают вообще копейки. А выброс там намного больше. Ох ты ж, не попал. Попал. Ну вот. Редкоземельная руда ручным буром очень долго копается. Ну, собирается очень долго. Угу. Лин. Так. Все собрал. Вроде все собрал. Так, что у нас тут? 85. Ну, железа у меня много. Ну да. Алюминий меньше всех. Уголек до сих пор на 100% висит. Это на 100. 85. Ну пойдет. Алюминий втопил, да? Отлично. 3 минуты. Минута. И еще один смелтер будет. Так. А у меня? У меня тут еще надолго. 35 минут. Да ладно, не страшно, что я куда-то тороплюсь. Давай, заканчивай. Сейчас третий поставлю. И тут для памяти поставлю два этих. Металл что-то там. Забыл назвать. Ну, на металл только они начинаются. А вообще, наверное, весь набор потребуется. 3D принтер. Ну, электроника точно понадобится. Потому что мне кабину делать. Все, приехал. Конфигурация. Металлорд. Два. Старт. Зависли. Отлично.
Не здесь. Вот там. Линк нафиг. Так, пошли, 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 пошли вверх. Еще выходит за край? Нет, еще не. А, вот. Далековато что-то я. Или так и надо. На самом деле вот так. Так. Отсюда. Сюда, отсюда. Туда. Ты у нас будешь делать силовину. Тоже, знаешь, не 450. Так, смотрим. Силумин. Сталь. Алюминий ферм. Так. А между тем у меня, вы видите, уже сработало. Чертежик сработал. Я поэтому параллельно много линий запустил, чтобы сразу много сделать. Шляп. Слушайте, вздохнул так. Он зеленым засветился. Все. Работает. И они будут поддерживать по 450 единиц каждого из сплавов. Я просто буду оттуда брать, а они будут восполнять. Вот и все. Кстати, вот те станки тоже можно было нацелить, чтобы они количество поддерживали. Возможно, так и сделаю. Хотя, тогда нивелировка не будет. На... Но они добываются по-разному. То есть, допустим, все затоварит тогда углем там. Ладно, на этом все. Жмите, пишите. До новых встреч.